вот давайте, садитесь и посмотрим. Вот такое состояние. Вот мы были. Вот такое состояние. Это если мы сближаемся. Что делаю я? Я его выдергиваю, делаю это же движение. Сейчас мы сделаем с вами маленький руки. Большой палец наверх. Сейчас движение будет примерно вот сюда. Тоже в плане слияния. Смотрите. Он меня толкает, и я это все вывожу в противоположную. Либо он меня не толкает, а, скажем так, я ухожу. Объясню, в чем прелесть, как говорится, этих упражнений, в том, что вы учитесь забирать центр. Смотрите, мы просто разберем. Приз. Когда нам нравится какую-нибудь единицу, приз, разные вещи. Ставим область, колено или весу. Видишь, назад? Почему я говорю единицу? Какая нога нам нагружается? Теперь смотрите, что происходит. Какая нога нагружается? Теперь я что делаю? То есть, когда нога нагружена, я беру голову и продолжаю движение в том направлении, в котором не нужно. И при всем простоте этого движения вы должны научиться вводить своего партнера в это состояние. Просто сейчас ты хочешь компенсировать второй ногой. Вторая нога очень опасна. Вот. Поэтому давайте мы сейчас научимся вот с этого состояния вставать обратно в стойку по направлению к своей руке. Вот вас вытянули. Встали. Вытянули. Встали. То есть вот эта стойка очень важна. Раз. Встали. Раз.